Всем привет, с вами я, Александр Сучков. Это новый видеоролик, и сегодня мы будем играть в Total Accurate Battle Simulator TAPS. Закрытая альфа. Ребята, это реально будет долгий видеоролик, потому что мы будем тащить именно этими парнями. Этими. И вот этими. Шутка. Будем тащить таким. Таким. А, не. Реально долгий видеоролик. Видите, веб-камера теперь в другой стране. Так. Тащить с помощью этих пока что. Посмотрим, кто из них затащит данный раунд. Понятно. Значит. Будем сегодня тащить за наших этих. Понятно. Так, теперь их двое. Вообще что-то затащить вообще не нужно.
охрененно. Так. У нас, значит, добавилось три этих. Раз, два, три. Наконец-то. Хоть кого-то. Так. Одна у них пушка эта только. Забыл, что это за пушка. Ладно. Разберусь потом. Давай, тащи, 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 тащи. Стреляй! Есть! Молодец, снайпер. Так. Это значит, у нас какая была? Это вот какая-то Project эта хрень. Да, она. Три вот этих вот теперь. А, нет, их четыре. Мочи их всех. Так, у нас что осталось? Последней армии вот этих вот парней сражаемся. Значит. Давайте, тащите. Опа-на, опа-на, пошли здесь вот. Опа, опа, опа. И мы затащили. И нам идут эти вот трое. Итого я оставляю эту армию себе. Все. Ребят, всем спасибо за просмотр. Больше, надеюсь, по Тапсу в ближайшее время не будут выходить видеоролики. Ребята, заметьте то, что камера изменилась, но она ненадолго изменилась, потому что я ее изменил обратно. Потому что я ее решил кое-куда в другое место запихнуть. В общем, это сами узнаете, когда. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Я Александр Сучков, ставьте лайки, подписывайтесь.